Итак, рассмотрим электрочайник Орион ОРК 03Ф. Упаковка достаточно аккуратная. Нигде не написано, что сделано в Китае. Тут есть намек, что сделано в Венгрии, в Европе. Ручка, все просто. Открываем коробку. Комплектация. Документы, гарантийка. Все красиво. Упаковано аккуратно в пенопласт. Донышко. Вот. Хорошо уложен. Чайник запакован. Здесь пенопласте. Чайник фарфоровый. Нижняя часть пластиковая. Одевается легко, ровно, чуть-чуть качается, но не сильно. Крышечка очень интересная. С двумя поворотами, что позволяет потом не выпадать. Все просто, красиво, чайник выполнен аккуратно. Покрашен аккуратно, пупырышек каких-то страшных вещей нигде нет. Чайник имеет своеобразный запах. Написано, после двух кипячений запах должен пропасть и можно употреблять, в смысле использовать чайник по назначению. Закипает чайник за 6 минут. В принципе, нормальный обыкновенный чайник. За свои деньги очень даже неплохо.